С добрым утром, мои хорошие. Вот проснулась ни свет, ни заря. Смотрите, какая красота, какое красивое небо. Какое красивое утро. Трамваи шумят. Я, девочки, сейчас хожу каждый день от 8000 и до 10 шагов. Ну, получается, я молодец. Видите, сейчас трамвай за трамваем. Ой, со всех сторон трамваи окружили. И шумят. Утро. Прохладно. Я, как всегда, влезла в свой любимый теплый халат. Люблю я утреннюю прохладу и мой теплый халат. Ну, посмотрите, какая же красота. Сейчас эти фонари погасят. Они еще светятся, видите? Любимое время суток. Такая необыкновенная любовь к трамвайчикам. Кстати, я под шум трамваев прекрасно сплю. Мне они не мешают. Когда приехали только, то они мне мешали. А сейчас, ну вообще. Видите, один за другим. В это время суток, да, люди в трамвае едут, там два человека, оба спят. Головы уронили, спят. И небо. Какая красота. Что там у нас? Еще кто-то едет? Конечно, конечно. Еще едут. Ну... мои, сейчас плюс 16. Я просто наслаждаюсь этим прохладным утром. Сейчас сделаю себе кофе, попью кофе, потом сделаю яичницу, позавтракаю, а потом пойду на прогулку. Эта зеленая сумка такая красивая под крокодила. Какой цвет шикарный. Очень красиво. Я вообще не любитель жестких сумок, но она такая красивая, статусная такая. Влюбилась прям. Но мне такая не нужна. Вот эта золотая очень красивая. Прям я люблю золотые сумки. Очень красивая. И вот пониже плетеная соломка. Тоже красивая, тоже шикарная просто. Thank you.
девочки, купила вчера корицу. Не вчера, позавчера. Ну вот ее так мало, это я ее пересыпала в баночку. Ну, называлась она цинамон, и там действительно были изображены вот эти трубочки корицы. Ну, надеюсь, что это действительно корица. Во всяком случае, по вкусу и запаху она. И я вчера себе делала уже кофе с корицей. Так, это пустая коробочка. Буквально позавчера я прикончила эти конфетки. Слушайте, такие были вкусные. Это уже вторая коробочка, правда. У меня еще одна такая есть. Вот такие хорошенькие галоретки с этими, с вишневым мармеладом внутри. А сейчас, девчонки, я буду делать опять кофе с корицей и со сливками. Вот. Вот. И я в очках, потому что я хочу все хорошо вокруг видеть. Без очков я вижу, но не так хорошо. Поэтому я подумала, зачем же я буду лишать себя удовольствия наслаждаться красотой этой природы. И поэтому я в таких вот очочках хожу. Иду, девочки, вчера по подъезду, и пахнет мне то ли тушеной капустой, то ли борщ кто-то варил. В общем, капустой пахнет. И так мне... Я вообще люблю капусту. И так мне захотелось. Я ленивая, поэтому я редко готовлю. Так мне захотелось капусты. Можете себе представить, мне ее так захотелось, что я даже потушила. Половину я уже съела. Вот, осталась еще половинка на сегодня. Вкусная, привкусная. Я вам передать не могу, как это было вкусно. Но я сюда еще пол лимона выдавила, когда тушила. Вообще я очень люблю использовать лимон, но это уже второе. Ну, пойдемте дальше. Я уже козырек свой надела, потому что иду уже навстречу солнцу.
Сейчас обойду это озеро и спущусь ко второму озеру. Уточки плавают, такие славные. Там, где-то там. Знаете, я насмотрелась передач о море. И вот был такой канал про море. И там мужичок уплывал в открытое море, вылавливал там мидии, устрицы. В общем, все, что там водилось, он их всех вылавливал. Ну, немножко оставлял, конечно, в море, чтобы не совсем уже обчистить водоем такой. Да, и он это все готовил без соли, на морской воде и с лимоном. В общем, я лимоны с тех пор полюбила с солью. Так что я лимоны... Чаще всего я лимоны с солью употребляю. Ну, а сейчас я вообще сахара не использую, поэтому... Теперь уже совсем всегда. Если лимон, то это с солью. Пойдемте, прогуляемся. Как мне тут нравится. Как здесь хорошо. Просто чудо. Детский сад. А вот вам сюрпризик. Сейчас будем мы ее поедать, девочки. Приготовились. Ну вот, мои дорогие, я старалась. Сейчас буду есть. Это, как сказать, изобретение, не изобретение. В общем, это то, что я только что создала. Ну, поехали. По мандаринке. Это так вкусно. Мне кажется, на природе, что ни укуси, все вкусно. Как же здесь хорошо, девочки, как же здесь хорошо. Вообще, я иногда, кстати, сплю в наушниках. Так. Да, я иногда, девочки, сплю в наушниках. И, ну, не знаю, вот бывает такое настроение, что хочется слушать и спать. Вот сегодня в очередной раз я спала в наушниках, весь свой сон я слушала Лобковского. Он сам собой переключался на новые видео. Да, и что я интересную фразу такую правильную услышала от него, что счастье не зависит от денег. Ну, собственно, мы с вами это знаем. Счастье, оно внутри нас. Но деньги нужны тогда, когда начинается какой-то сбой в здоровье. Тогда да, тогда нужны деньги. А так, конечно, если быть здоровым, то, ну, деньги, они, в общем-то, никогда не мешали. Но не в деньгах счастье. Это в этом есть
скажем так, большая доля правды, очень большая доля правды. Так что пойдемте к следующему озеру. Это здорово. Мне так нравятся вот эти вот клумбочки и ступеньки. А там целая композиция, но я вам ее уже показывала. Дуб. Все, пойдемте дальше. И вот второе озеро. Оно, конечно, меньше, чем то, но тоже по-своему так хорошо, по-своему. А я стою на площадке, вот такой вот, и сейчас пойду вниз, туда прям. И тут везде уточки, и на островках, и на полуостровках, и в траве. Такие славные, такие хорошенькие, просто прелесть. Друзья, на этом я буду заканчивать это прогулочно-болтологическое августовское видео. Надеюсь, я вас развлекла. Не забывайте ставить лайки. И хорошего вам дня, крепкого здоровья, прекрасных людей вокруг, чистого неба и равновесия в душе. Пока-пока! Мои дорогие.